Всем здорово, мужики, это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на гагадропчик, у меня на бальке 12 882 рубля. Этот баланс у меня остался с прошлого ролика, мы там с 9 тысяч подняли 12, причем, ну, на самом деле, маловато подняли за видос, хотя сначала мы там неплохо поднимались, потом слились, в итоге я там позаигрывался, но в конце концов все-таки вышел в плюс на 3 тысячи рублей. Тут, кстати, прямо сегодня вышло обнова, потому что я вчера записывал ролик, и я его вчера и публиковал, я за 2-3 часа до публикации записывал ролик. Но вот этого ивента, фишинг-ивент, не было, сейчас появился, тут еще и кейсы новые появились. Обидно на самом деле, потому что теперь я не смогу начать ролик с кейса М-ки против калашей. Теперь мне надо охота за золотым карпом или мегалодон. Но, кстати, кейсики прикольные. Ну, так чисто по визуалу. Давайте охота за золотым карпом попробуем. Ну, 5 штук. Хотя давайте 5 штук на 6500. Я думаю, можно начать. Плюс это новые кейсики, а все новые кейсы вначале хорошо выдают. Потому что сначала надо пользователя завлечь к этим кейсам. Полетели 5 штук на 6500 рублей. Так, первое неоновый. Отлично, второй игрок. Слушайте, начало. Еще и скоростной зверь. И этот юсп, он тоже дорогой. А, не, не дорогой. Ну, нормально, мы делаем плюс 3000. Да, почти плюс. Ну, плюс 2000. Плюс 2600, да. Плюс 2600 мы делаем со старта видоса. И начало ролика максимально уверенное. А самое главное, начать видос в плюсе. Ибо как ролик начнешь, так его и закончишь. Но вы все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагадропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С кивасы, картой, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также сейчас давайте посмотрим, какие у них акции появились вместо SP-поинтов. Тут теперь что-то по-другому. Так, рыбалка. А, ну у меня 0 снастей. Короче, как понял, здесь есть рыбалка. Да, как это работает, давайте посмотрим. Да, за каждый задепозитенный рубль вам будут давать одну снасть. Ну, вот 0 снасти, и будут одну давать. И на них можно будет вылавливать, я как понял, дроп. Ну, короче, в следующем ролике потестим. Я попрошу менеджера выдать мне вот эти вот снасти-поинты. Я не знаю, как их называть. Ну, короче, вот парочку снастей. И попробуем что-нибудь выловить. А еще у них есть гонка. Тут что у нас? Пополни баланс, открыть кейс. А, ну тут задания появились. И за эти задания, да, вы поднимаете таблицы лидеров. Получаете за них, короче, очки. Поднимаете таблицы лидеров и забираете призы. Ну, тут все легко и понятно. А также у них есть барабан бонусов. А первый раз крутите его, если просто регаете по моей ссылочке в описании под видео. Второй раз по этому же промокоду. Еще вот здесь всю халяву тоже можете забирать. Ладно, полетели дальше открывать кейсики. На балике 15 537 рублей. Пока у нас все максимально уверенно. Давайте сейчас мегалодон попробуем. 3 штучки на 6 тысяч. Так, первое дерьмо. Второе тоже. И третье. Но третье более-менее окупает. Но 4300 мегалодон что-то плоховато выдает. На самом деле странно, потому что новый кейсик вообще вначале должен выдавать. Давайте еще 3 штуки. Так, подтвержденное убийство, 4800, 1010 и последний 5200. Отлично, 11000 это отлично. Слушайте, мегалодон начал выдавать, давайте еще 3 штуки. Так, 1118, золотая спираль, 3900 и глок 512. Ну, это маленький минус, давайте еще 3 штуки. Так, маг здесь на охоте 1200, дальше 2300 и последний 1600. 5200 всего падает, давайте еще 3 штуки. Так, 3900, отлично, 3200 и последний 3400. Ну, нормально, 10600, неплохо. Можно сейчас продать и открыть еще 3 штучки. Я думаю, последние 3 откроем и пойдем другой кейсик. Но вроде выдают хорошо, да, хороший кейсик. На самом деле, наверное, 22 тысячи сделали уже на отличный кейсик. Мы уже всего, получается, подняли. Плюс 10 тысяч. Плюс 10 тысяч со старта видоса мы поднимаем. 5 минут записи ролика. У вас с монтажом это еще меньше. Слушайте. А мне обновочка нравится на гагадропе, пока кейс хорошо выдают. А давайте еще потестим, все-таки мы только 2 затестили, это получается охота за золотым карпом и мегалодона. Давайте еще большой улов попробуем, 5 штук на 3000. Так, PDC50 230 рублей, дальше 618, 1197, ну что-то вот это вот, ну хотя 1084 нормально, но 2400 всего, давайте еще 5 штук. Так, поток 681, дальше 866, 177 и последние 2, 179 и 560, ну плоховато, еще 5 штук. Так, какой-то P2000... Космическая гонка, первый раз его вижу, честно. Еще один такой по 2000. Ну, кстати, прикольно выглядит. Так, хорошо, на балике 21 тысяч. Этот кейс не особо окупает. Давайте рыбак гейм попробуем. Он не супер дорогой, то будем открывать быстренько. Что тут падает? 1400. Ну, нормально, купил еще 5. 1500, ну слушай, стабильненько окупает. Но я говорю, это новые кейсики. Пока кейсы только вышли, они по-любому будут хорошо окупать. Это на самом деле стандарт для всех сайтов. Когда кейсы новые выходят, вначале они будут хорошо окупать. Ну да, 1700, ну то есть стабильно почти окупать. Иногда бывает слив, но маленький. Ну хотя вот сейчас нормально, 400 рублей слил. И сейчас слил. Но походу все, все, то я уж свои открытия окупные потратил вначале. Ну да, 1200. А, ладно, и кот... А, еще ночная рыбалка есть и кот рыбак. Давайте все затестим, просто посмотрим. Вдруг я сейчас ножик отсюда выбью, тут же есть. Надо пробовать. Так, 919, еще 5. Ну, 451. Ну, вроде тоже окупает часто. Да, 8. Да, хорошо окупает, на самом деле. Даже лучше, чем тот рыбак гейм. Так, и последний у нас остался. Это какой получается? Это кот рыбак. Может, отсюда ножик выбьем?
тоже, тоже есть. Или какую-нибудь хроматическую операцию. Ну, что-нибудь жесткое, короче. Я хотел 5 открыть, открыл 1. Так, давайте 5 быстро. 162, еще 5. 144. Да не, ну на самом деле эти кейсы не то, что прям супер жестко выдают. Вот эти два мне больше. Вот охота с золотым карпом мне понравилась. Давайте еще 5 штук. Так, топливный инжектор 1800-1600. Ну, что-то как-то слабовато, слушайте. Да, 7000, еще 5 штук. Хотя не, нормально, 7000, я что-то думал, что мы 10 потратили, а мы 6, не, нормально, мы же в плюсе. Так-то что-то я обнаглел, можешь мне так каждый раз выдавать, я буду рад. Ну вот это уже минус, да, 3600. Так, хорошо, полетели тогда, попробуем какую-нибудь золотая осень, по старым кейсикам пройдемся. Так, золотая осень, а где кейсик? А где золотая осень, что, убрали что ли кейс? Или я в глаза долблюсь? Так, пацаны, ну или я что-то, ну реально в глаза долблюсь, или золотую осень убрали. Печально, мне нравился этот кейс. Реально печально. Ну ладно, тогда еще больше рискуем. Взрывной, 3 штуки на 9600. Я в любом случае хотел именно этот кейсик сегодня пооткрывать. 2600, 4000, последний 1800, но слабоватый, еще 3. Так, королева пуль, 6200, отлично. 1800 и последний 4300. Ну хорошо, 12000, это хорошо. Мы уже в плюсе, мы уже в плюсе с этого кейса. Можно еще 3 штуки. Так, 1700, дальше кракен 5400 и последний 2300. Давайте 5, короче, 5 на 16000. Но я хочу рискнуть. Ну а вдруг он сейчас x2 выдаст, у меня будет на балике 32000, даже 36. Паш, 4000 еще на балике остается. 2300, 2600, ну пожалуйста, фальсион сказка, прямо с завода, можно? Не, 200, мы в дерьме. 11 тысяч нам падает, мы 5 кусков просираем. Вот это вот печально, если честно, я хочу еще 4. Я немного начинаю терять голову, но ничего. 3700, неплохо, очень плохо. Ой, очень плохо, очень-очень плохо. Но в итоге взрывной меня начинает сливать. Ладно, давайте попробуем контрактик сделать. У меня тут еще какие-то, кстати, старые шмотки остались, наверное, с того видоса. На 9000 попробуем сделать. По-братски, можешь выдать? Ну, 5700. На балике 8940 рублей. Короче, мегалодон 4 штуки на 8000 полетели. Так, 10000, отлично. Давай еще 4, также на 10, можно? Ну, 8500 окупил, отлично. ОП боец упал, на самом деле неплохо. Мы сейчас камбэкаем наш начальный балик. 6100, слабовато, минус 2000. Давайте еще сейчас 4 штуки также. 8700. Ну, вот так-то открывать супер рискованно, но мне отчасти это нравится. 8000. Подтвержденка упала. Ой, 4700, вот это плохо было, супер. 4, ну, бля, неплохо. Так, хорошо, 6600, еще 3. 5700, еще 3, ну, пожалуйста! Ну, нет, 2900. Слушайте, дела-то так-то у нас плохи, кровавая пелена. Давайте апгрейдик попробуем до 3000 рублей. Может быть, камбэкнем, кто знает. Так, ну апгрейд, мы выигрываем, ну выигрываем, слава тебе, господи, выигрываем. Так, ладно, шансы есть, мегалодон, еще 2, давай, на 4000, пожалуйста. Ну какое же ты дерьмо-то выдаешь, ну дай нормальное, что-нибудь вот, например. Да, совсем другое дело. Так, 7000 на балике, отлично, давайте золотой карп, 5 штук на 6500. 6200, сука, еще 5. 10000, так, нормально, нормально, мы только что с 1000 почти камбэкнули уже 12000, наш начальный баланс. И у меня открылись все бесплатки, потому что они тут открываются постепенно, в зависимости от того, насколько мы открыли платных кейсов, а мы уже их открыли до хрена. То давайте отсюда заберем халяву, я думаю, если мы забираем, то мы уже будем в плюсе, и можно на этой прекрасной ноте будет заканчивать видос. Так, мне падает Цербер, Галил, ну, кстати, он нормальный, он дорого стоит, я знаю, да, 2300, но для элитного можно было бы получше, но самое главное, то, что мы уже вышли в плюс, это уже отлично. Вот это очень плохо, 1000, не, хотя нет, 1000 рублей для платинового, ну, нормально тоже, сойдет. Параллакс, 470, ну, нормально, на балике, я думаю, будет 15000, когда мы откроем все бесплатки. Их уже быстро все подкрываем, потому что с них обычно что-то супер жесткое не падает. Так, 479, бронзовый, это хорошо, каменные, ржавые остались. Так, продаем, и последний, это ржавый, также быстро открываем. Так, нормально, у нас на балике 15500 рублей, мы сегодня подняли плюс 3000 рублей к балансу, мы в прошлом видосе подняли плюс 3000, в этом подняли плюс 3000. Да, не бешеный результат, но согласитесь, если мы стабильно в каждом видосе будем поднимать по плюс 3000, ну, рано или поздно мы поднимем громадный баланс, и в принципе меня все устраивает. Я вот каждый видос готов делать по плюс 3000, главное стабильно. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. А депать можно абсолютно со всего, с кивасса, карты, скинами, криптой,
как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также не забывайте про рыбалку. Мы в следующем ролике затестим вообще, что как отсюда падает. А про гонку, про барабан бонусов, бонусы. Короче, халява на сайте много. И все, мужики. Всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, за такое видео 100% можно, потому что хоть мы мы делаем много чего бешеного, то есть мы сегодня олл-инили с 1000, камбэкнули 15 тысяч, то на самом деле, хоть мы и поднимаем немного, но мы делаем дохрена рискованных вещей. Мне кажется, только за это можно и лайк, и подписку, и комментарий оформить. Все, парни, всем удачи, всех люблю.